Владимир Уйба проинформировал Александра Гуцана о готовности коми к зиме. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Отопительный сезон в республике начат на всей территории и проходит в штатном режиме. Во время подготовки проверено и подготовлено 100% котельных, заменено 115% ветхих тепловых сетей и 112% ветхих водопроводных сетей от плановых показателей. На объектах коммунальной инфраструктуры сформированы необходимые эксплуатационные и резервные запасы топлива. По углю 141% от комплексного плана, по щепе, брикетам, пилетам 165% от комплексного плана, по мазуту 121%. Труднодоступные населенные пункты и в районы с ограниченным сроком навигации в полном объеме доставлены запасы угля 107% и на поселковые дизельные электростанции дизельное топливо 102%. На реках республики с наступлением холодов планируется открыть 102 ледовые переправы. Из них 98 автомобильных. Также будут обустроены 35 зимников общей протяженностью 1400 километров. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ, газового и энергетического хозяйства республики спланирована группировка сил и средства РСЧС. Это 371 формирование. Для повышения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи при ЧС или заторах на дорогах подготовлено 10 пунктов обогрева и питания, в том числе 7 стационарных и 3 мобильных.